Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и сегодня мы с вами будем разбирать интереснейшее противостояние, финал плей-офф НХЛ, где встречаются между собой такие команды, как Колорадо и Тампа Бэй. В данном видео я, как и всегда, постараюсь за максимально короткий промежуток времени рассказать всю информацию, которую я считаю нужным, и в конце оглашу свой прогноз на этот матч. Ставить или нет, всегда решать вам, думайте своей головой, не забывайте о грамотном распределении. В ставках на спорт всегда есть доля риска. Итак, поехали. Что касаемо данной встречи, то здесь мы с вами видим два очень сильных коллектива. Что касаемо Колорадо, то, конечно же, они фавориты данной встречи, первого матча, потому что, во-первых, команда играет на своей арене, ну а во-вторых, все-таки Колорадо довольно уверенно прошелся по своим оппонентам. 4-0 закрыли Нэшвилл, затем 4-2 Сент-Луис, ну и 4-0 закрыли Эдмонтон в последней серии, и, соответственно, теперь находится в финале, причем у них было достаточно времени для того, чтобы отдохнуть где-то, подлечиться, если были какие-то небольшие травмы, ну и, собственно говоря, привести себя в оптимальную форму перед финалом, в отличие от Тампы, которая все-таки последнюю серию не так уж легко прошла, с Рейнджерсом они, так сказать, пободались, но по итогу 4-2 и вышли, собственно говоря, в финал. Однозначно, обе команды достойны стать победителями, кто именно, так сказать, завоюет кубок, мы с вами узнаем, я думаю, уже в скором времени, но пока что, учитывая вот данные события, что все-таки здесь Колорадо немного более отдохнувшие на своей арене, я думаю, что все-таки они смогут в первом матче добыть победу, но ставка будет на индивидуальный тотал Колорадо больше 2.5. Ну а если вы хотите поставить на данное событие по лучшему коэффициенту, то рекомендую делать это в такой БК, как MLBet. Это максимально надежная БК, которая предлагает высокий коэффициент и максимально широкую линию. Там вы найдете любой матч, любой ссылку, который вам по душе. Ссылка будет закреплена в комментарии. Ну а по промокоду еще получите приятный бонус в виде удвоения первого депозита. Ну и, конечно, не забывайте писать в комментариях, за кого вы будете болеть в этой серии. Ну и конкретно, какой бы вы предпочли прогноз на этот матч. Пишите в комментариях, обязательно, ребята, все читаю, все смотрю. Так что не забываем об этом. И ставим пальцы вверх, подписку и колокольчик, если вам, конечно, понравилось это видео и нравится мой канал. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.